ребят, произошло много таких обстоятельств. Тут очень много-много мне чего тяжелого было. Тут и проболел я с бронхитом, потом винду переставлял десятку, потом тут вот это Black Mesa мне мозг вообще заваривает. После того места, где я сохранился, я не могу сделать сохранение или вообще как-то пройти игру с записью, потому что все время у меня вылетает на одном месте и этот, как сказать вам, видео не сохраняется, оно выходит в формате BMS, который никак не открывается ничем вообще, как бы я ни пробовал. Поэтому я никак не могу залить его на YouTube. Да, мне пришлось сейчас, пойду я с другого места, с последнего сохранения, где у меня все-таки получилось засейвиться. Какой-то баг вообще непонятный, я уже другую версию качал игры, там вообще ничего не запускается. Короче, как-то забагованная игра, вот заново я сейчас снова это установил, пробовать будем. И да, всем, конечно, извините меня за это, все то, что происходит. Ну, думаю, вы поймете. Да, и, кстати, не забываем ставить Люба. И тем, кто не подписался, подписаться на мой канал. Да, вы, кстати, на канале NefRider687, с вами Неф. Ну, и думаю, мы продолжим. Ну вот, мы оттопырились все-таки. И будем пробовать. Да, кстати, тут было много всяких приключений. У меня тут рыбы два раза с рыбами сражался. Которые охренеть как коцают. Они, блин, столько хп сносят. Вот видите, мне как мало хелсов. А хелсов я нигде вообще найти здесь не могу. Да, и у меня появилось новое оружие. Это арбалет. Вот из него только можно рыбу убить. Он под водой может стрелять. Ну и сейчас... Так, тут ничего нету. А ну отсюда я. Не отсюда я поднялся. Опа. Ты что тут делаешь? Так, здесь и не был. Может что-нибудь полезное есть? Опа. О, стрелы для арбалета. Это гуд. О, аптечка. О, патроны. Короче, ништяк. Это ништяк, ништяк, ребят. Хоть как-то жить буду. Но жалкого рыб не увидите. Вот там, кстати, рыба плавала. Ой, блин. Я из подствольника стрельну. Тут как раз патроны для арбалета. Там вторая рыбка. В другом месте была первая рыбка. Там он еще ученого сожрала. Ну ладно. Будем подниматься туда, куда уже нам, наверное, и надо. Так. Что сейчас произойдет? Я тут всех перекокал, вон этих еще тоже. Ага. А вот как мне на ту сторону перебраться. Опля. А я еще хочу эту забрать. Это, блин, не дает. Рано, кажется, прыгнул. Но я как-то боюсь, что меня может заплющить. А, не разогнался. Fucking shit. Shit and fucking. Такс, такс, такс. Опля. Да блин. Чё эти штуки мешаются? Что за дребедень? Ничего хорошего это вот вообще не сулит с этими шняками шняжными. Есть. Бляха-муха, там еще кто-то переместился. Вот так вот. Простите. Ну, еще до конца так не выздоровел.
каш еще осадочный, блин, остался. Ох ты ж гадина, про тебя даже был. Так. Ах, тут что-то у меня оружие все в какой-то блевотине. А, так я же эту херню убил, точно. Так, включаем реакторы. Так, с нам хер появится. Нам, впрочем, мне кажется, из револьвера, если пригрохать. Хотя, у меня же есть еще круче пушка. Нахрен я выпрыгну. А, так это ватрушка всего лишь. Тупая ватруха. Блин, а я пересрался. Гребаные ватрухи. Бежим, 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 бежим. Да, с дрезины мы слезли. Дрезина у нас там бешеная стала и улетела. Да. Я пока сохраняться не буду, ибо я сыкую то, что опять что-нибудь произойдет. Потому что, говорю, почему-то, когда я нажимаю сохранение, все багуется. И все видео превращается в БМС. Короче, вообще что-то непонятное творится. То ли это бандикам так начал глючить, то ли это игра так, то ли они вместе, не мозг выносит вдвойне. Будем проходить без сейвов, по старинке, как на Денди. Так, аптека, это вообще гуд. Аптека, это вообще, вообще прям мега гуд. Еще, конечно, броника бы мне. Так. Иди нахер. Псина тупая. Даже подхариться не даст спокойно. Никого тут больше нету? Партигон, опять эти сейчас гады появятся, да? Я уже понял, кто это. Где он? Так, сватрухи ползают. Пока прикончим ватрух. Ох, вот эти вартигоны приперлись. К черту вас. Ну че вас так много-то? Три штуки целых. Статы, блин, так жить тяжко, они еще тут вылазят бачками, блин. Ребята, это вообще какой-то, как говорится, Жора, мой сосед. Никого больше тут нет. Так, блядь, тишина. Вот там я вижу броник, надо сначала обшмонать. Че, нету, там броник самое главное. А, ну тут, блядь, можно залезть, сука, никуда. О, а что, может, я наверху заныкано? Блядь, сука, я уже уронил стремянку. Эх. Ничего нет. О, слышь, доктор, пускай меня. Доктор, блядь. Джордан Фримен. Да я. The science team has been tracking your progress with the Black Mesa security system. Unfortunately, so has the military. That suit of yours is full of tracking devices. Still, it's better than going naked in this place. It's cold in there, so you'll have to hurry. It could sap your suit power in a matter of moments. If you're bent on reaching the Lambda complex,
then you'll want to keep to the older industrial areas where the security system is full of holes. It's worked for me, so far. Ох, а куда мне идти? Ага, туда куда-то, да? Да вот, блядь, мне вообще... Можно за аптечкой я пойду? Я возьму аптечку с собой, вот так вот пойду. Вау, тут мне взрывает... Ой, тут еще и ватрушки. Блядь, куда бежать-то? Меня убивает эта штука. Холодно здесь. Блядь, тут ничего не ломается еще. Ты куда тут бежать-то? Что тут? Где тут? Они меня убьют, кажись. А, вот куда мне. Давайте сдохнем проще. Надо запомнить, как я до сюда добраться. Ну вот, получается. Где, сука, дверь? Сука, где дверь? Вот дверь. Отсюда мы выходим, значит, бежим сюда. Чтоб пощачливо мы даем вот этому. Бежим вот так. Тут еще прыгают у меня все. Я этому пощечину надаем. Вот так пробегаем. И вот сюда. Угу. Слышь, мышь. Ух, как она обкидывается. Вот так вот. Угу, вот мы бежим. Галя-лямба, иди нахрен, галя-лямба. Жопотрямба. Блять. О, бля, я забрался в трубу. Сука, нихуя не вижу. Сук. Сук. Да, сейчас я хоть хорошо пробежал. Там, походу, дело не ломается. Решетка. Не ломается все же. Сука, она не ломается. Так, вот мы оттопырились. Вот мы оттопырились. Так, куда нам идти? Так, куда? Сюда, туда, туда, сюда. Так. Какую-то хрень ставим. Так. Какие-то длинные коридоры. Ох, замануха чувствую. Может, тут растяжку где-нибудь поставим. Вот опять этот варгон говорит. А вон они. Они меня сейчас увидели. А мы им растяжку. Сука, они взорвали ее. Га-га-га. Гандоны. Да.
тут что, прямо со спины тут телепортировался? Бляха-мух. Да как что тут жить-то? Патронов-то вообще опять не хватает. О, это тоже хорошо. Дали хотя бы для подствольника еще гренку. Это всегда гуд. Это я одобряю. Так, 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 так. Так, мы едем вверх. Мы едем вверх. Есть один путь наверх. Фреймен, right, да? Где там? Кто со мной общается? Ой, а чё это с ним? Это хорошо. Но что-то сыкотно. Там кто-то бегал, я видел. Там он кто-то бегает, бегает. Что ты такое? Кто вы такие? Что за прыгунки нахер? Суки. Да это пипец на. Ты что, не умер что ли? Да блин. Ой-ой-ой. Где ты, падла? Прыгающая. Сука. Что вы за нахер за новые создания, блин? Надо где-нибудь что-нибудь собрать бы. Бляха-мух. Даже все тяжелее. Реально. Хардкор, хардкор, ребят. Вот надо сюда заманивать, где бочки этих козлов. Ох, там аптека. Блин, а этот-то пустой. Почему пустой? Аптеха-то есть, а вот почему? Костюмчик-то пустой. Это печально. Хотя мне он дают. Для гранат все. Так, тут что-то нажать можно. О, а тут еще патроны для магнума. Так, пока я ничего нажимать не буду, я пока прошарюсь тут. Что тут есть вообще? Так. А, это просто болтается. Там вертолет, блин. Эх, не к добру все тут. Чую я, чует моя пятая точка. Будет жарко тут. Там вон ящиков что-то много еще внизу. Да нахрена мне все вот это вот? Мне бы что полезное бы дали. Гранаты. Ну, это хорошо. Так. Что, и туда можно идти? Блин, да куда вообще вначале-то идти? Я пока глаза разбегаются, куда идти.
А, это обход такой, да? А потом вниз куда-то. Так. Гы, я что, закрыться могу? Ништяк. Это меня радует, значит, что я могу здесь закрыться. И шиндарахнуть. Только надо бы вот эти вот бочки отсюда вытащить. Чтоб кого-нибудь подзаманить сюда. Например, одну сюда закину. Одну вот сюда. Такс, 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 такс. Дальше, дальше. Там еще где-то бочка у меня была. Самое главное с той стороны сразу же закрыть. Чтобы хоп и все. И забежать здесь. Вот так вот бочки раскидаем. Пусть лежат тут. Мы будем знать, если что, такая-то падла полезть. Мы так тр-дыр-дыр по бочкам. Что-то игра подлагивает. Вместо связать большая открытая, значит, что-то реально что-то тут будет. Что-то будет здесь. Фух. Что же будет, я не знать. Но все ящики что-то пустые. Срань господня. Что так печально-то? Так, с бочки я тебя трогать не буду. Они могут мне, наверное, пригодиться. Что за бляха-муха вертолет такой? Красивый, я хочу на нем полетать. Как пошмалял бы я это. Ох, как я из него пошмалял бы. Ох, какая красота-то. Походило, пришло время нажать на кнопку. Вот этому туда скинем бочку еще. Это пускай здесь на всякий пожарный дальше. Нет, только что-то на. Вот так вот лежит. Не, да блин. Мою вот эту. Да блин. На бочку надо. На бочку вот так вот здесь положим. Вдруг всякие козлы полезут. Все, больше ничего не нажимать не нужно. Здесь ничего. Здесь ничего не нажимаем, да? Вот бардак, бардак, бардак. Какой тут бардак, свинарник. Ну, а куда нам сейчас? Ой. Я упал. Я куда-нибудь вниз. Да? Я прав? Нет? Сука, я не прав. Я не прав. А куда же тогда нам? А, вон тебе проход открылся, да? Тролля-лямба. А, здесь также, да? Тоже бочки. Ого, вот это бонусная перспектива. Бочки мы эти выкинем. Одну здесь на всякий пожарный поставлю. Я сказал, поставлю. Все, стой. Мы замануху будем делать только отсюда. Все, дверки закрываются. Get him! А. Сук.
А, я жив еще? That's the guy? Yeah. We got him. All right. Come on, give me a hand here. Ну вот. Нас кто-то стыбзил. Where are we taking this Freeman guy? Topside. Questioning. What the hell for? We got him. Why not just kill him now? And if they find the body? Hey. What body? Так, сейчас мы. Отлично. Идея там. Что-то у меня так мало хп-то. А, тут стены сдвигаются. Надо по-бырому забираться, по ходу дела надо было. Ай. Все, пиздец. Пиздец, мне пиздец, пиздец. Залазь, гребаный Фримарио. Да, мы все-таки забрались. Ну, куда нам дальше? Я хз. А, вот куда, наверное. Ну, фонарик-то они мне оставили. Может, там что-нибудь полезное было? Я уверен, быть я не могу. Но я рискну спрыгнуть. Ой. Печально. Я зря спрыгнул. Ладно, проще, мне кажется, убиться. Уу. Гамовер. Ну что же, что же, что же. Выдайте стипендию Сереже. На Сереже не взять стипендию давать. Все же говорят, ты и так это богатый. Живи богато. Мы сваливаем. Хотя вроде расстояние чуть... Разница вообще невелика, но... Почему-то мы падаем больно. А куда нам идти? А, вот куда. Я понял. Бредово, конечно, но ладно. Чё, пригорюнил? Все, накушался. Он накушался. О, хоть немного аптехи. О, у меня моя штука появилась. О, я горлышко срезал ваш. О, какой точный меткий. Ну и куда сейчас? Ведро вам, знаете. Ломайся, дверь. Ну, блин, так а что я открыл-то? Да блин! Ни хера не понял я. Так
куда ты прыгаешь-то, падаешь? О-о-о! Все, на писец. Нет, мы в воду упали. Блин, надо было раньше это сделать. Дайте еще отечек. Жопошники, ничего не тяну больше давай. Так ты пей, что ты не пьешь-то? Он не хочет пить. Оружия нет. Отечек нет. Жизнь, боль. Какие-то растения непонятные растут. Пустыни какой-то бегаю. Конечно. Еще мне тут не хватало. Че, под водой ничего нету? Ой, да я лучше в воде поживу. Может они в воде меня не тронут? Тупая ватрушка меня не видит. Так, все равно пригрохали. У него труба была. Давайте охотиться на ватрушку сами. Смотрите, вот она, вон она. Сука, ватрушка меня увидела. Давай, иди сюда, ватрушка. А, ты плавать-то не умеешь, да? Смотрите, она плавает. Нет, она сплыла. Она сдохла. Она плавать не умеет. Что это такое нахер? Теперь мы знаем, что ватрушки не умеют плавать. Может, дай мне что-нибудь полезное? Чего ничего нету полезного тут? Жопа. Что тут есть? И тут нихера нет, да? Это аптека, аптека, это хорошо. Аптечка это good. Мне плыть куда-то надо? Или как? Может, я там хотел бы походить. А только я там похожу. Угу, тут два вентиля. Так, окей. Ныряем. Не работает, значит, тут надо первым делом крутить. Воду спустили. Это хорошо. Maintenance access. Здесь какую-то канализацию полезли. Я мужик с монтировкой. Я самое страшное существо в мире. Потому что мне на все насрать. Я буду в рукопашную бежать и всех валить. Злой страшный серый волк. Работка стоит. Продуктов. Ой. Ой. Там мужик был. Он убежал. За ним ватрушки поползли. О, пускай. Ватрушки, ловите мужика. Или что, мне сейчас с ними сражаться? Ага, посражались. Кто там вообще ползла? Она к друганам скажет, я пошла тоже, жизнь самоубийством покончу. А тут, она так думала. Ту-ду-дун-тун-тун-тун.
Куда мне, наверх или туда? Наверх там, смотрю, сука, там жарко будет. Сейчас надо жарко отключить. С одного ватрушки сожрали. Но его кто-то еще умудрился прикончить. Так. Да что-нибудь поднять, чтобы эту штуку временно обезвредить. Она стащила. А вот здесь, видать, зомбак и умер. Тоже, сука, не ломается. Жри вкусняшку. Главное, я тебе не толкнуть в огонек. Ты чую, мне больно будет. Огонек притух, потух. Кушай. О, пистолет хоть есть. Это уже хорошо. Проходы какие-то. А там-то что вверху тогда было? Ладно, вернемся, проверим, что там вверху было. Кушай. Еще патроны надо тратить. Полезное было бы. Для моей жизни. Дальнейшей. Блин, я перепрыгнуть не могу. Что за нахрен? Что за закон подлости-то? Ни туда, ни туда не идет. Куда он не хочет идти? Типа сюда, да, можно мне проникнуть? Куда-то я проник. Дверь заколочена опять. Закрытая дверь. На мертвой зоне. О, бонус. И патроны. Ой, что тут творится-то? Ладно, ребят, думаю, на этом месте мы сохранимся. Пока все отлично. Думаю, видео записалось будет, потому что вообще это, сколько, 5 или 6 видео просрал уже с этой записью. Никак не получалось кого записать. Ну, думаю, сейчас у меня все получится. Ну, если вы были на канале NeFriday987, с вами был Нев. Не забываем ставить Люба, оставлять ваши комментарии. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписаться. Ну, и, конечно, нажимаем еще на колокольчик, чтобы никогда не пропускать новые видео. Ну,
И всем, думаю, пока-пока, до новых встреч.